я свои глаза и своих сыновей не увижу, если я не чистый. Сейчас давай. Мой друг Гига, который я 4 раза сделал ему тест, я не идиот, что я его взял. Он за меня сегодня сидит в тюрьме. Его жена и его маленький мальчик пишут на Фейсбуке посты, что Резо Арвеладзе, если ты человек и мужчина, не сдавайся. И пускай мой отец сидит в тюрьме. Вот я это вам сейчас говорю. Понял, почему ты это говоришь? Я свою позицию говорю. Я хочу сказать вам свою позицию. Я начал свою речь, потому я хочу подчеркнуть мое уважение. И то, что если у меня что-то не получится, я буду канать на себя. Если УЕФА будет меня не любить, если ФИФА будет не признавать, все, что здесь будет, я абсолютно с вами согласен, что это будет на моей совести. На моей совести. Но тут сидят очень большие футболисты. Те, которые вы тоже знаете. Чего-то в этом зале нет, потому что он сейчас президент. И председатель, у которого мы очень многому научились. И так далее, и тому подобное. Только Шахтёр Динамо Кирпина достаточно. Вы меня понимаете, как человек? Понимаете, что я, извините, хотя на лапочке сейчас, что мне скажет, допустим, там, Джером Фарк, если этот человек мне скажет, что ты негодяй, я за тебя сидел в тюрьме, я тебе сказал, что не сдавайся, а ты сейчас... Я не понимаю, в чем ты сдаешься. Дайте мне докончить. Я голоса не считаю. То, что вы нам предлагаете, это голос. Это голос. Я голоса не считаю. Жена звонила, они сейчас другую версию выдвинули. Вообще не знаем, где он говорит. Через час позади они говорили, что сейчас будет суд. Отпустите этого человека. Отпустите. Григорий Михайлович. Подожди, Григорий Михайлович. Отпустите этого человека. На замену мы свободны, договорились. То, что Конгресс проголосует насчет этих двух голосов. Тайным голосованием. Тайным голосованием. Да? Согласен. Проиграю. Встану. Правильно ли я понимаю? Мы все принимаем ваши условия. Все единственное просто освободить человека. Правильно ли я понимаю, что для нас все является сегодня самым важным обстоятельством, что Конгресс не может начаться, пока он не наступит. Я правильно понимаю? Да. Не то, что... Вы не правы, это понял. Мы все сделали полчаса назад заявление. Вот эти люди, все вместе, перед прессой, что камень здесь было. Мы это уже сказали. Сейчас, если мы через полчаса меняем наши... Друзья мои, вот эти ситуации, я вам скажу даже, вот я откровенно вам скажу. У нас, в принципе, есть почти близость позиции. Он сейчас фактически договорился. Сейчас у нас есть консенсус, да? В рамках этого консенсуса я взял на себя нелегкую миссию быть переговорщиком. Не нужны сегодня комплименты Ривазу, не нужны сегодня комплименты мне от Ривазу по той простой причине. Он мое отношение к себе знает. Нам не надо мужчинам прясться в любви. Нам не надо прясться в любви по той простой причине. Потому что любовь. Это...